единство, будем рядом, будем вместе навсегда. Все народности России вдали села, города. В канун великого для России Дня народного единства в детском садике номер 35 прошло сразу два знаменательных события. Торжественный митинг, посвященный этому празднику, и открытие площадки с флагштоками. Уважаемые педагоги, дорогие ребята, сегодня в вашем детском саду, в дошкольном учреждении «Елочка» замечательный праздник – открытие флагштоков. Очень важно, чтобы вы сохранили все традиции, которые существуют в нашей стране, потому что историю забывать нельзя. Необычный митинг начался с перерезания красной ленточки и поднятия государственных флагов. И звучали на нем не торжественные речи, а стихи в исполнении воспитанников детского сада. Истории не спорятся, истории живут, она объединяет на подвиги, на труд. Единство государства, когда един народ, когда великой силой он движется вперед. Чтобы воспитать достойную смену, с самого раннего возраста нашим детям надо прививать активную гражданскую позицию. И родители, и воспитатели во много рассказывали о великих людях, которые сотворили нашу страну, страну, в которой мы сейчас живем. И наверняка воспитатели и родители вам рассказывают, какими вы должны быть в будущем, чтобы наша страна процветала, и чтобы мы, живущие в этой стране, и вы, наше будущее поколение, жили достойно, и наша страна процветала, и вы были нашим продолжением. Теперь самые маленькие граждане России не только будут знать основные символы своей страны, но и ощущать, что они в этом мире не одиноки. За ними вся страна. Что мы родиной зовем, все, что в сердце бережем, и под небом синим-синим флаг России над Кремлем. Сейчас мы совершим поднятие главного флага нашей страны, нашей Российской Федерации. А поднимать флаг нам поможет Людмила Викторовна и приглашается Лиза Скоробогатько и Костя Безяев. Ведь история учит нас порознь, поодиночке не сделать того, что можно сделать вместе. Так было и будет всегда. Много национальных у вас садиков, можно сказать? Да. Да, у нас, я не могу вам сейчас сказать конкретно по числу, насколько многонационален, но он многонационален. И в связи с этим мы даже создали, у нас имеется в детском саду холл, называется «Толерантность», в котором у нас есть витрины, так, шкафы такие специальные для музейные, в котором сосредоточены куклы разной национальности, сосредоточен некоторый материал, какие-то атрибуты народов, разных народов. А наша задача – воспитать у детей любовь и уважение к своей родине, гордость за свой город, свою страну, свой народ. Ты любишь свой город? Да. А свою страну? Да. А почему ты любишь? Потому что здесь я живу. А еще почему? Потому что здесь моя семья, и тут живут мои бабушки с дедушкой. А вот мама и папа. А скажи, пожалуйста, вот для тебя Россия, что это такое? Страна моя. Она хорошая? Да. Дети должны знать, что их предки под этими знаменами выстояли в самых тяжелых испытаниях. А раз выстояли предки, значит, выстоят и они.